Это интересно, но на самом деле, когда тут находишься, регулярно возникают какие-то ассоциации. Ассоциации, как правило, с севером. С тем самым севером, ну, на котором мы были. Надым, Салехард, Лабытнанги. Вот сейчас идем, я смотрю, вот это все раскрашено, да, вот этими вот, ну, цветными. Там они любят вот эти вот яркие цвета, потому что у них там по полгода темнота, и они, чтобы как-то повеселее было, вот так все поярче раскрашивают. И здесь тоже видно, то же самое делается. А тут я увидела эти раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь это лабытнанги. Лабытнанги переводится семь лиственниц. То есть опять ассоциация с этим, с нашим севером. А мы сейчас живем на остановке, вот наш отель, центральный отель Sky, на остановке, который называется Харпа. А там, на севере, рядом с Полярным Уралом, да, или на Полярном Урале, остановка, станция, точнее, Харп. Харп – северное сияние. И в нашем отеле кругом тоже северное сияние нарисовано. В лифт заходишь, как весь в северном сиянии. В общем, далеко ездить не надо. Если хочешь получить вот представление о севере, о северном сиянии, о таких разноцветных домах, которые красят, потому что кругом такой серый пейзаж, унылый абсолютно, вот это что? Если так не раскрасить нормальный цвет, да, вот такой яркий, то это вот так все выглядит. Вот это вот тона все серые, ну, темно-серые и светло-серые, вот, то никуда ехать сильно далеко через океан не надо. Вот просто поехать на поезде. На поезде. Да, Лабытнанги. Да, мы сели, где мы? В Москве. В Москве. Москва, Воркута, это мы пересели, а сначала мы сели Москва-Лабытнанги, да? Короче, я вот не Да, помню. Москва-Лабытнанги, мы потому что до Лабытнанги не доезжали. Да, мы не доехали. Потому что мы на 141-м километре выходили, он там не останавливается. Потому что на той станции этот поезд Москва-Лабытнанги не останавливается, где нам надо было. Поэтому мы вышли на станции... не 141 километр. Харп? Нет? Нет. На станции на какой-то... Собь, точно. На станции Собь. Это северная река Собь, так называется, и станция называется. И на этой станции Собь мы пересели на другой поезд и доехали недостающие вот километры до 141 километра, до станции 141 километр. Все, можно это увидеть. Рекомендую. Всем привет из Рейкьявика. А Камчатка лучше? Камчатка лучше.